Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на покупки из фикс прайса. Октябрь 2019 год. Начнем мы с вами с маленького мешочка. Здесь полегче. И вот тут у меня побольше, он потяжелее. Вот. Ну, здесь вот все проще, конечно. Здесь я взяла чипсы на обзор. Какие-то черные. Не знаю, там они с углем. Черное мороженое, да, у нас когда-то было. Черные чипсы теперь. Это вот чисто на обзор. Здесь большой состав. Ну, на него обзор вот скоро вот выйдет. Что такое? Не стоят даже. Вот. Также чипсы русская картошка. Такие, я помню, были в моем детстве. Тоже сравним вкус, посмотрим, такие же они остались или нет. А изменились сами чипсы или нет. Московская картошка еще. Вот так же тоже их посмотрим. Сразу решила взять чипсы разные, чтобы уж сразу сделать обзор, сразу уж все выложить. И в следующий раз я пойду уже что-то буду брать другое. Вот здесь, кстати, по фотографии московский картофель напоминает на чипсы Лейс. Тоже все это посмотрим, похожи они или нет. Так, и здесь у нас Невский десерт. Зефир со вкусом ванили. А был еще клубничный, по-моему, розовенький, но там их никто не брал. А вот эти вот берут очень хорошо. Я решила тоже взять их на обзор. Попробовать. Может быть, они действительно вкусные. Вот. Здесь 150 грамм всего. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. И давайте посмотрим. Так, я подвинусь. Наш самый тяжелый, самый большой пакетик. Что же я еще взяла? Так. Ананасовые кольца. Где-то я видела отзыв, что они очень вкусные, обалденные. Даже я чувствую запах ананаса сквозь упаковку. Так, ну, гречневая крупа такую я беру каждый раз, как иду в фикс прайс, потому что бывают иногда такие моменты, когда я не успеваю просто приготовить ребенку кашу. Там либо вечером очень сильно устала, с утра некогда, он не будет ждать. А вот такая вот каша, 15 минут она варится, и ну, 10-15 минут, да, и где-то нам хватает, ну, зиме хватает где-то на 2-3 раза, ну, по-разному. То есть она вот такая каша реально спасает, ребенку очень нравится, он прям обалденный. Стоит она всего 25 рублей. То есть в магазине такая вот каша в пакетиках, она варится. Конечно, там рублей 50, 60, 70, а тут всего 25 рублей. Вот, я все вот хочу пойти, ну, купить побольше таких, пока не по 25, а то прибавят, скажут, о, хорошо берут. Ну, как у нас обычно это бывает. Так, также я взяла кисточку для макияжа. 99 рублей, это на обзор тоже, на сравнение, вместе с дорогой. Дешевая и дорогая, как они вообще говорят. Различия их, как они. Стоит вообще переплачивать деньги, покупать дороже, если можно в фикс прайсе купить дешевле. И точно такой же спонж. Вот, тоже 99 рублей, сравнение вместе с дорогим. Так. Также я купила за 55 рублей, как тут написано, камешки декоративные называются, да. Декоративные камешки. Это для развития ребенка, для занятий нам. Здесь всякие желуди маленькие, большие, листочки. Вообще их очень-очень много разных бывает. И я знаю, что есть люди, они их чуть ли не коллекционируют. Ну, для своего ребенка покупают очень-очень много. Конечно, надо было еще заранее начать покупать. Маленькие детальки для ребенка, это очень интересно, он любит всякие маленькие детальки, которые помещаются в его ладошку, то есть такие вот прям он очень любит. Вот и я наконец-то решила взять, посмотрим. Они, кстати, тоже пойдут на обзор,
Мы их посмотрим, потрогаем, какие они, что из себя представляют, что, как, тоже. Ну, выйдет где-то рядышком. Так. Взяла я вермишель. А, ну, вермишель уже вышел. Да, уже где-то... Или выйдет. Ну, короче, тоже где-то уже выйдет обзор. Я уже покупала эту вермишель. Она очень безумно вкусная. На следующий день из холодильника я ее достала. Она не слиплась. Ничего. С ней ничего не произошло. Вот стоит она 25 рублей за 400 грамм. А за килограмм там получается, по-моему, где-то около 60 рублей. Ну, все равно я посмотрела по магазину, походила. Ну, где-то все равно получается дешевле. И плюс к тому же она не слипается. То есть никак... Вспомните, раньше было, достаешь кастрюлю с макаронами на утро из холодильника, а там все слиплось. И вот там ложкой все это разъединяешь. А тут вот вообще прям классно. Я взяла еще, взяла вот такие там улитки, что ли они называются. Где здесь написано-то? Ну еще какие-то, короче, загогульники. Не помню, как они называются. Так, взяла я кукурузу сахарную, тоже на обзор, еще мы с ребенком хотим сделать салатик, вот, тоже попробуем ее, какая она там вкусная, невкусная, тоже на обзор. Так, горячий шоколад взяла, я его, на него уже обзор делала, он есть на моем канале в YouTube, можете посмотреть. Мне очень нравится, вкусный, тоже взяла бы прям несколько штук. Но у нас уже была очень тяжелая сумка, и с коляской, с ребенком я бы уже просто не дошла до дома. Поэтому как-нибудь в следующий раз. Да, также я взяла закладки. А вот, да, у меня все правильно. Такие вот две закладочки, на них не знаю, делать, не делать обзор, напишите в комментариях. Посмотрим. Может быть, сделаю даже, наверное. Не знаю. Они уже продаются довольно давно. Вот. Ну, как-то до этого я не хотела брать. А сейчас понимаю то, что все-таки надо взять. Потому что где-то что-то заложить обязательно надо. Иначе теряешь страничку. Ну, там разные были. Я взяла маяк умелец и цветочки. Хотела взять еще там было кофе. Сладости там всякие. Сначала ее хотела взять, но когда мне будет постоянно кушать, хотеться сладкого. А так вот где-то вот, ну, как-то получается классика какая-то в каком-то роде. Да, ее положим. Так. Также взяла влажные салфетки. Аура. Здесь 200 штук. То есть до этого я брала другие. Там 180 или 150 штук. Она... Такая же, по-моему, цена, или, да, 55 рублей стоит, где-то, да, по-моему, 180 штук. А тут получается 200 штук и тоже 55, ну, тут побольше. На нее тоже будет отдельный обзор, я сделаю. Вот, здесь тоже вроде для всей семьи, ну, тут, а, ну, да, вот, я думала на английском. Тоже для всей семьи, потому что такая упаковка, темное ощущение, что они какие-то... технические, вот, совсем не радостная, какая-то голубая, синяя, крышечка, кстати, тоже есть. Посмотрим, попробуем их, как они в использовании, потому что мне как раз с ребенком надо влажные салфетки где-то подтереть, что-то протереть. В любом случае я их буду мыть, то есть я их споласкиваю водой, прополаскиваю как следует, потому что это все-таки кожа ребенка. Вот здесь написано для всей семьи, но все равно. И последняя наша покупка — это книжка про описи. Мы сейчас с ребенком начали заниматься, моему сыну 2 года и 3 месяца. Вот, мы заниматься вот с ним начали, и как раз мне нужна какая-то книга, где будут вот разные слова какие-то, ну, она интересная, да. Конечно, сейчас еще ему немножко рановато, но я что-то отсюда могу взять, потому что каждый раз залазя в интернет, я очень много трачу времени, чтобы что-то найти, какие-то там слова на какую-то определенную букву найти, нарисовать все это, написать. То есть это очень много времени затрачивается, а здесь вот
принципе, даже вот они есть, картиночки. Не знаю, вам видно, нет. Если захотите, я могу сделать отдельный обзор на эту книжечку. То есть, ну, напишите в комментариях. Вот, была с русскими буквами и английскими. Ну, английский смысл брать. Пока нет смысла. Ну, в принципе, на сегодня это все. Я сказала, в принципе, все, что хотела. Обязательно пишите комментарии, пробовали ли вы из этого всего что-то, что вам больше всего понравилось. Обязательно напишите. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы живем с сыночком, как мы с ним гуляем, развиваемся, наши занятия. Мы сейчас начала записывать наши занятия, не зря я эту книжечку купила. Вот. Также смотрите, да, обзоры на технику, обзоры на продукты из фикс-прайса, обзоры на обычных магазинов продукты. Вот такие тоже там есть. Шоколадки, вкусняшки всякие. Обязательно смотрите, пишите комментарии. Мне очень приятно. Я каждый ваш комментарий читаю. Вот. И, в принципе, на сегодня все. Я сказала все, что я хотела. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.